Так, логично, да. Анализ сюда. Ебай, просто, блядь, предсказуемость, это просто, это, ну. В прошлый раз атаковали Дион, в этот раз атакуют Геронну. Лили. Бомжи идут, сука. Молодые. Так, ну и что, и что, и что, и что, и что, и что. А, они всех ждут. Нихуя себе, у них логистика появилась. Оппозиция. Атаковали там, полетели сюда. Тут прохуярили. Так, смотри, они тут воюют что-то даже. Кажется, очередной пиздец. Наемники-то сами по себе хуярят и бают всех. Они сегодня аж слаже не работают. Наша оппозиция показывает какие-то непонятные совместные действия. Мне кажется, что это они без крестов как-то такое. Или они с крестами, я не вижу. Ой. И они тут нормально вливаются. Мне нравится. Не-н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 е
Такое без крестов пушить, ну блин, ну серьезно, рили, что это такое? Там что, истерика у кого-то, я не понимаю, блядь, что происходит. Чуваки с крестами тупо, они пытаются их запушить, блядь, без крестов, ну что это такое? А как-то частично, кто-то есть с крестом, кто-то нет, ну вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, уже лучше, мне нравится. Давайте оппозиции. Так, еще пару раз, короче, и к 2023 году у вас все получится. Товарищи экспансы, я знал, что вы победите, просто решил подфармить алмазов. Я ж... Давай сразу впущу врага. Чё? 50 алмазов. Огонь. Шестой среди наемников. 50 алмазов, нормально. В прошлый раз 25 было. Тут было и 106 наемников, как бы. 50 алмазов. Много. Ничего страшного, нормально. Тёха рулит. Ха-ха-ха. Ну, что сказать? Как всегда, напоследок. Оппозиция, вы растете? Мадавать.